118 новых случаев заболевания COVID-19 выявлено в Мурманской области за сутки. 5 человек умерли от осложнений, вызванных коронавирусом. Больше всего заболевших в Мурманске – плюс 49, в Кандалакшском районе – плюс 21 и Печенском – плюс 13. Общее число подтвержденных случаев заболевания COVID-19 в Заполярье перевалило за 46 тысяч. Это, к примеру, на несколько тысяч людей больше, чем живет в Мончегорске. То есть в Мурманской области теоретически переболел короной целый город. Во всех регионах страны идет вакцинация. Премьер-министр Михаил Мишустин сообщил, что в России открыто уже более 4 тысяч пунктов, где делают прививки от коронавируса. Мишустин отметил, что сейчас в основном используют препарат «Спутник Ви», поступила в гражданский оборот и «Эпивак Корона». С середины марта появится возможность выбрать и «Ковивак». Это третья вакцина, разработанная и зарегистрированная в России. Первая партия препарата составит 120 тысяч доз. Еще раз напоминаю, что каждый регион должен быть полностью готов к приемке, хранению и распределению препаратов, чтобы у тех, кто хочет сделать прививку, не возникало никаких сложностей. Мы постоянно наращиваем темпы выпуска вакцин. Уже произведено свыше 10 миллионов доз «Спутника Ви», порядка 80 тысяч доз «Эпивак Короны». Ну и в ближайшее время будет запущена линия по промышленному производству третьего препарата «Ковивак».